С ДТП, унесшего человеческую жизнь, началась пятница для сотрудников регионального ГИБДД. Трагедия произошла в 15 километрах от Орла возле поселка Неплоть в 9 часов утра. По мокрой после дождя дороге не разъехались грузовик и легковушка. Сотрудники ГИБДД установили, что автомобиль «Субару» двигался в направлении города Орла и допустил выезд на полосу встречного движения. «Субару» вынесло прямо под передние колеса ЗИЛа. В результате столкновения пассажир легкового автомобиля погиб на месте. Движение на время работы инспекторов было временно остановлено. Что могло стать причиной этого ДТП, предстоит выяснить следствию.